24 июля ребята из лагеря IT-школы «Авитех» совершили увлекательную экскурсию. Дети посетили студию раменского телевидения, где погрузились в мир по ту сторону экрана. Узнали, как снимаются телепрограммы, как выглядят рабочие площадки и попробовали себя в роли ведущего. Все пришли сейчас. На телевидение. А на какое телевидение? Раменское. На раменское телевидение. Сейчас мы для вас проведем экскурсию. И сегодня вы сможете попробовать себя в роли тележурналистов. Хотите? Да. Школьники прошли лабиринты телевизионных комнат, познакомились со всеми, кто причастен к масс-медиа. Дети узнали, как новости попадают на экраны наших телевизоров, познакомились с профессиями людей, работающих на телеканале. Это редактор, операторы, монтажер, корреспонденты. Ребята с упоением слушали журналиста Раменского медиацентра Ольгу Неаполитанскую. А сама студия вызвала всеобщий восторг. И, конечно, никто не обошел возможности посидеть в кресле ведущего, снять небольшое интервью с участием друг друга. Считаю 3, 2, 1. Начало эфира. Здрасте, меня зовут Ксения Вильянова. Это прямой эфир. Расскажите что-нибудь про лес. Ну, например, дома надо строить все по инструкции, потому что их очень сложно строить. Еще можно построить целый город, но надо все тоже делать по инструкции. Еще можно создать небольшую крепость. Я это пробовала дома, но у меня немного получилось. А можно что-нибудь придумать самому? Конечно. Я построила дом, но он был не очень красивый, но я его построила. Машины у меня не очень получались, но тоже некоторые получались. Спасибо большое. 3, 2, 1, 0. Вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Игорь Аверьянов, и сегодня у нас эксперт Алексей в области игр. Здравствуйте, меня зовут Алексей Рыкин, я эксперт по играм. Сегодня я расскажу вам про игру CSGO. Какие были ваши ощущения, когда вы впервые познакомились с этой игрой? Ну, для начала я зашел на самую первую карту и, ну, играл не прям что хорошо, но что-то понимал. Юные журналисты получили массу положительных эмоций и впечатлений, которые надолго останутся в их памяти. Ольга Неаполитанская, Мария Бурова, Раменское телевидение.